Твоя командировка ведь почти закончилась. Да. А? Твоя простуда не прошла? Я же просила обратиться в больницу. Ничего, все хорошо. Если и ты простудишься, это будет ужасно. Завтра схожу к врачу. Ладно, по пути домой я еще раз позвоню. Буду ждать. Поспи, чтобы набраться сил. Спокойной ночи, госпожа Безбровка. Да? Алло? Да? Что?